Павлодар, 8 августа. Едем в сторону Лодочной, Нахимы. Ночью прошел дождик. Сегодня не жарко. Нормально. Центральный рынок Квазар слева. Что-то куда-то. Улица Истая. По Павлодару пробки везде, все перерыто. Меняют трубы. Теперь как куда-то добраться, целый квест приходится проходить. Возле ЦУМа тоже перекопано все. Поедем 1 мая. Центральная баня справа была. Шоу-маркет. Магазин подарков и сюрпризов. А, лужи. Лужи после дождя остались хорошие. Время так назад нам и не вернули. 8 вечера, уже темнеет. Отобрали лето.
Посмотрим, что дальше будет. Доллар падает. Российский рубль падает. Иртыш разливается, по новые сбросы идут с Бухтармы. Пожаловались, воды мало, теперь воды слишком много. С рыбалкой в этом году непонятно. Рыба сама не может определиться, где ей быть. Улица Лермонтова. Вот тут копали, что-то залатали, как попало. До следующих раскопок. Какие еще новости? В Баянауле на озере Тарайгыр нашествие каракуртов. Там уже их сотнями собирают. Хотят режим ЧС объявить там. Даже Сыбай и Сабандыколе вроде нормально все. Скоро, кстати, туда поеду. Ну, как-то вот так. Жара спала. Теперь каждый день или ночь дожди. В основном ночью хорошо. Не мешают никому. Доллар 477 продажа, 478 покупка. Российский покупка 5,55. О, Лермонтова дальше закрыта вся. О, девочки тут. Ну ты что, ёлки? Пороняли все. Улица Сакпаева, она же Дзержинского. Кстати, считается самой безопасной улицей. Тут не так много аварий, как на других улицах. А аварии сейчас каждый день. Такое впечатление, что права все купили. Молодежь гоняет вообще по беспределу. Мотоциклисты, скутеристы каждый день показывают в Инстаграме. Сбили того. Куда-то торопятся все люди на тот свет. Ну, не будем о грустном. Всем здоровья, процветания. Вот он наш знаменитый беременный дом, где находится художественный музей. Девушка идет с телефоном, вот пример. Чуть под машину не попала. Водитель не пропускает, едет. Люди странные очень.
недавно был в Усть-Каменогорске, там намного водителей вежливее и правила соблюдают. Может, из-за того, что там куча камер Сергек висит. В Павлодаре, особенно вечером, беспредел на дорогах. Лихачат, шашечки делают, играют шашечки. Не пропускают. Да и надо заняться такими. Вот бывший тысяча мелочей. А сейчас тут белый ветер, низко цен, волна. Хорошее было название «Тысяча мелочей». Вот химы, наши химы. Вот люди постарше правильно переходят дорогу, а молодежь, не слезая с велосипеда, переезжает переход. Им лень слезть с железного коня. Такие флажки теперь на мосту висят с новым логотипом Павлодара, ПВЛ. Hyundai Center, бывшая тут рядом справа Москвичевская СТО, сейчас Kia Center. Бери, не хочу, хоть китайца, хоть корейца. Лада. А нам на хромзавод надо. Он же лесозавод. Успеваем? Даже здесь что-то роют. Трубы меняют тоже. Частный сектор. Вот тут сейчас справа будет пожарная часть, потом бассейн. Пожарная часть, новый забор поставили высокий, чтобы ничего не видно было, что они там делают. Это бассейн Талкин. Вот впереди видна больница скорой помощи. Ледовского дома. И вот заправка, на которую я и заеду. Казак Ойл. Одна сейчас из самых лучших заправок в Павлодаре.
все, до новых встреч.